На этой неделе у нас начались ивенты, да, посвященные 7-й годовщине. Один из этих ивентов — это юбилейный фейерверк. Ну, как бы ничего сложного здесь нету. Да, у нас есть такие материал, да, который мы должны получить. Шампанское юбилейное, да. Его можно получить 5 фрагментов. Ой, вернее, даже 3 с монстров каждый день, да, не густо. Ну и как бы все. Так, это ежедневный рейтинг. Задание для, ну, задания мы выполняем, да, получаем награды. Но среди этих наград шампанского нет. Да, все остальное за донат. Соответственно, все очень просто. Нажимаем. Да, то есть у нас открываются буквы. Буквы мы собираем. Нужно смотреть, какие буквы вам нужны. Буквы нужны для того, чтобы обмениваться на рынке. Да, то есть вот собираем. И то, что вам нужно. Может, кому-то сокровища дособрать, да, не собранные. Тут варианты есть. Кому-то ресурсы какие-то нужны для прокачки. Что-то, чего-то, да. То есть кто-то скин не дособрал. Ну, то есть варианты такие разнообразные. Вот, можно менять. То есть, соответственно, смотрим, каких материалов, каких букв вам нужно. Больше, меньше. Те и выбираем. То есть на поле закрыты разные еще такие вот помощники нам, да, вот так нажимаем. И все, мы нашли фейерверк. Этап прошли. Наша задача, да, это пройти, собирать именно фейерверки и пройти ими. Благодаря тому, что мы их находим, мы проходим этапы и получаем внизу шкала наград. Да, тут сокровища. Куча всего наград, но опять же это все будет стоить недешево, мягко говоря, да, то есть, и соответственно, эти награды могут получить только, ну, те, кто много задонатит. Также есть у нас вот лупа, да, то есть мы можем нажать ее, использовать, и нам покажут все, что у нас здесь есть, да, то есть нажимаем, бабах, все буквы собрались, все собралось, все получилось, да, то есть этап пройден. Ну, она тоже за денежку только продается. Вот, как-то так. Ну, она, по-моему, выпадает и в игре. Ну, то есть, можно ее найти, да, соответственно, получить. И так вот проходим этапы, да, ежедневный рейтинг. Как бы проходим, получаем. Ну, тут попасть в него без доната вообще нереально, да, то есть, даже с большим. Ну, то есть, нужен немалый донат будет, чтобы пробиться в ежедневный рейтинг. Я думаю, вот здесь такая ракета. Вот, соответственно, собираем буквы, получаем, ищем. Ну, все на этот самый, на удачу, да? Ну, вот. Ну, я как бы, буквы мне не сильно нужны, да, мне как можно дальше бы пройти, да, то есть получить сокровища хочется и тому подобные вещи. Вот видите, прошло, может повезти сразу, а может не повезти, да, то есть как получится. Вот, поэтому, ну, мне еще так не везло, чтобы там сразу с первых двух-трех попыток что-то попадало, к сожалению. Вот. И видите, уходит много. Вообще, какое-то дикое невезение. Вот он. Да, как в драконе на последнем прокруте. Вот, соответственно, здесь получил я сокровище. Буду его прокачивать. Ну, а чтобы получить дальше сокровище, конечно, там будет намного дороже. Да, то есть для того, чтобы сюда дойти, я потратил. Купил пакет за $5 и все за доллар купил. Вот у меня и лупу купил. И вот я смог дойти только, к сожалению, только до 10 этапа. Чтобы сокровище до 65 этапа, это даже не знаю, сколько нужно тратить. В общем, не дешевый имен, к сожалению, нам подогнали на годовщину. Ну, какой есть. На этом все. Всем спасибо.